Я веселый дробовик. Ра-та-та-та-та-та-та! Пиу! Спасла ты меня. А вы? Что такое? А, тебя глюки? Да, у меня как обычно. Ты чё прям опейками пустаешь? Это не я. Меня подставили. Вон туда идем. Пошли. Да? У меня пес начался. Флешбеки. Ай! Сука! Тут дети маленькие. Кто там? А, тебя надо спасать, что ли? Ты чё? Ух ты ж! Беспомощная моя зайка. Там баба какая-то страшно выросла. Я, что ли? Нет. Еще страшнее, чем ты. Неожиданно. Ой-ой, ёшеньки! Ой-ой! Да надо спасать! Спасать! Все, мы будем смотреть опасности в глаза? Ну, давай. Что у нас тут такое? О, опять глюк у меня. Да ну ты чё? Я не вывезу сражаться за нас двоих. Ух, сука! Давай, переставай тут в своих конвульсиях биться. Эй, ну все, давай. Ну что тебе? Чем тебе помочь? Таблеточку дать от головы? Как ему плохо, ребят, посмотрите. Ему тупо шлем, наверное, давит. Класс. Успокойся, может тебя пострелять. И вот я тупо должна ждать, что ли, когда он вот это вот перестанет... Ты чё, ёбарасы ты? И все сказал. Там пиздец меня загрызли. Да ты опять, тебе хреново. Чё-то не то сожрал, походу я. А чё ты ел-то? Не знаю. Опять? А чё ты готовила? Я? Ну у меня рис как бы. Херовый рис был. Ну нет. У, сука. Сколько можно? Ух, раздаю-то. У меня так патроны закончатся. Да вы затрахали меня, бабайки. О, жарю. Шашлычок. У меня что, серьезно? Так, есть патроны. А! Что я делаю? Подожди, оружие надо поменять. На, собака серая. Быстро оружие поменяй. Быстро, Катюша. На, собака. Своими галлюцинациями, пожалуйста. У меня нечем сражаться. Прошу тебя. Я не знаю, что делать. Мне самому сейчас опять так бомба сейчас придет. Ну, у меня ничего нету. Что? Да я тебя в рукопашку добью. Нет, не могу. Что-то случилось у меня. Ребята, у меня ничего не работает. Ничего не работает, пожалуйста. Что не так? Ничего не работает. Зато у меня будут патрон полным-полно. Я не могу не пнуть, ничего не могу. Я честно не знаю, че. У меня просто-напросто начинает бежать толпа детей. А что, почему у меня... Я мышку сломала, что ли? Подожди. Или нет? Почему у меня сразу прицел? Катастроф включила. Что я?
капслов включила. Да? Фу, господи, у меня прям аж паника была. А, ребята, мне в жар сбросило. Я не знаю, я там по картинам стрелял, по всякой херни стрелял. Ни хера не помогает. Да не, почему ты не стрелял? У тебя там припадок. Я знаю то, что тут припадок, а там нет. Там на меня пиздюки бегут, аравы такой. И мне приходится отстрелить и бегать по кругу от них. Так ты же. О, погнали второй раз давай. Это точнее, уже третий. Держу. Это третий раз. В курсе, блин. Ух. Ух, попку вспотел, да? Да. Так я тут убиваю. Кого еще должна нас вспотеть? Я тут раздаю. Держу в курсе. А, быстрее перезаряжайся. Ну дай сразу патроны. Патроны мне нужны. А, я же должна твою жопу спасти-то. Что? Да иди ты нафиг, бабайка, сраная, ты страшная, некрасивая. И ты страшная, некрасивая. Нет. И патроны не падают. Патроны должны падать мне. Сдохни, скотина. Да ты зас... Я просто не могу сконцентрироваться на чтении текста, который внизу, и начинается бежит орав. Да ты мне сказки тут не рассказывай. Не может он, ребята! Я столько не умирала, сколько он умирает. Все, припадок опять. Ну стой тут в своем припадке. Давай. Да куда ты ползешь? Ты без ног, господи! Ах, патроны. Да иди ты! Куда? Откуда вышел? Диват, гори, скотина! Я раздаю, ребята, тупо раздаю. Ух, быстрее. Ух. Ой-ой-ой, мне пиздец. Да ты достал! Живи! Нет аптечек! Да ну пожалуйста! Ну блин! Я споткнулся. Мне это вроде как понравилось. Ух. Понравилось ей умирать. Знаешь что? О, все, у меня походу доперло. Наконец-то! Улитка! О, а че тут? Задание выполнено. А че ты тут орал? У тебя нет тут никого. Вот ты там видел бы у меня бесконечно орал детишек, бегающих за мной. Вот это да. Так нефиг было рожать а столько. Всё. Один, второй, три. Три всё некроморфа она вещала, орала. Ну, ребята, ну скажите же, что я, блин, сражалась как тигр. Дохлый тигр. Польвица. Да. Что? Я веселый дробовик. Ра-та-та-та-та-та-та.